Сегодня пятница, и на самарских дорогах водителей больше, чем обычно, особенно здесь, на выезде из города. Сотрудники ГАИ с самого утра тормозят машины. Совместно с судебными приставами проверяют водителей на наличие неоплаченных штрафов. Если таковые имеются по закону, нерадивым автомобилистам предстоит либо оплатить его в двойном размере, либо провести 15 суток за решеткой, либо 50 часов принудительно работать. Все зависит от последующего решения мирового суда. Особый разговор с теми, у кого 10 тысяч долга или 10 неоплаченных штрафов. Им могут запретить водить автомобиль и выезжать за границу. Тем, кто успевает оплатить штраф за 20 дней, скидка 50%. Всего на погашение долга дано 2 месяца. Дальше дело уходит к судебным приставам. Сегодня водители на редкость дисциплинированные. Злостных нарушителей не обнаружено. Это просто выгодно, как бы финансово. Все. Лучше вовремя оплатить, тем более с 50% скидкой. Совет водителям – стараться не нарушать, потому что как бы у нас по дорогам и дети ходят, и всякие бывают и ситуации, и нарушения в основном они бывают из камер видеонаблюдения, которые у нас сейчас на данный момент имеются. Очень много штрафов, ну и стараться, конечно, оплачивать своевременно. Оплачивается, то есть из 100%, если у нас, ну, процентов 70-80 оплачивают. Данные о должниках заносятся в электронную базу данных, но в ней могут быть осечки, поэтому водителям советуют подстраховаться. Мы рекомендуем сохранять все свои чеки, квитанции об оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. Бывает такое, что гражданин оплатил штраф, но при этом информация не проходит. И тогда в службе судебных приставов возбуждается исполнительное производство, в рамках которого уже производится, грубо говоря, двойная оплата. Здесь нет ничего страшного, нужно обратиться в службу судебных приставов, в свой отдел с квитанцией, с подтверждающей документом, и тогда все деньги будут возвращены. Такие рейды сотрудники ГИБДД и судебные приставы проводят регулярно, говорят на водителей. Это действует положительно. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, события.